Пару месяцев назад на App Store появилась очень хорошая профессиональная программка-видеокамера Blackmagic Camera, именно от компании Blackmagic. Она бесплатная. О ней я узнал, посмотрев презентацию iPhone 15, которую конкретно и снимали на iPhone 15 при помощи этой программы. Получилось великолепно. Поставив эту программу, я уже пару дней изучаю особенности этой программы и уже нашел для себя несколько интересных мне фишек, которых я не встречал ни в одной другой программе и, в общем-то, будем говорить, испытывал определенные неудобства. Прежде всего, что мне очень понравилось, это фиксация баланса белого при начале съемки. Нажимая кнопку записи, мы фиксируем тот баланс белого, который был на первом кадре. И дальше держим этот баланс белого по всей остальной видеозаписи. То есть мы не фиксируем его предварительно и не отпускаем его полностью на самотек, а именно фиксируем в момент начала записи. Это очень хорошая функция. Вторая функция скорее связана с необходимостью снимать самого себя. И она заключается в том, что можно подключить индикацию начала записи в виде бипера или передней вспышки. Так как ты снимаешь всегда на заднюю камеру, ты не видишь, включилась она, не включилась. И когда включаешь ее с пульта, то видишь, что она включилась. При этом, кстати, пульт можно использовать самый-самый-самый копеечный китайский. Он работает на этой камере, именно на этой программе. Он не работает на других программах, но работает на этой программе. Еще одна из полезных особенностей этой камеры – это то, что вот этот вот стабилизатор Insta360 Flow тоже работает с этой камерой. Каким образом? Можно управлять включением этой камеры с помощью кнопки этого стабилизатора. Другие программы на эту кнопку не реагируют. Ну и самая интересная фишка, неожиданная, это очень хороший развитый таймлапс. Мало того, что он работает в режиме фиксации белого с началом записи, он еще и позволяет начинать запись, вернее, позволяет иметь диапазон ускорения от двухкратного. Все предыдущие, которые попадались мне таймлапсы, работали от 15-кратного и далее. Этот же работает от двухкратного. В общем-то, мне это было необходимо, я это нашел. Ну что могу сказать? Хорошая программка, мне повезло. Надеюсь, повезет и вам.